Добрый день, уважаемые дачники, садоводы, огородники. Сегодня 12 июня, пятница, 20-й год, Центральная Украина. Я сейчас занят очень важным, как для себя, делом. Поскольку у меня сейчас уже Юпитер цветет, я сейчас занят обрезанием листьев в зоне гроздей. Вот они уже скоро будут цвести, вероятно, как колпачки сбросят. Это у меня кишмыш столетия. В этом году грозди тоже невероятно огромные. Ну, как всегда, у меня здесь столетия побеги толстые, но не длинные. Вот. Здесь я обрезаю усы. Они бывают толстые, такие, что даже ногти не берут. И, естественно, старые нижние вот такие вот листья, которые будут закрывать поток пыльцы при даже слабом потоке ветра. Вот так уже с половины куста. Вот у меня где-то такая вот торба не маленькая. Где-то как почти как ведро уже 8-литровое. Вот. Заметил я на своих, на некоторых кустах такое явление, как раздвоение побегов. То есть, еще другими словами, называется фасциация. Вот, как вам видно. Вот. Это не пасынок, поскольку листа нету. Это еще один раздвоенный побег. Да, вот еще, как вам видно. Вот такое вот явление называется фасциация. Специалисты не рекомендуют с этих побегов нарезать черенки, поскольку они, возможно, неплодородные, неплодотворные. Вот. Ну, я лично в этом ничего плохого не вижу, с этим сталкиваюсь. Я ничего такого плохого не замечал. Но, возможно, кто-то занимается более профессионально и в этом знает больше толку, чем я. Вот. Ну, а как по мне, здесь вдвое больше листьев. Начиная вот с шестого листа, начинается раздвоение. И получается две точки роста, правда, точка роста, каждая точка роста гасит рост самого развития, самого куста и рост по самому побегу. Кстати, есть разные мнения, что вызывает подобные мутации побегов, то есть эту фасциацию, раздвоение побегов. Это может быть и грибковое заболевание, это может быть и чрезмерное подкормка азотистыми и азотными удобрениями. Но внешне и листья, и побег, и точка роста, коронки выглядят здоровыми. Загнутые, готовы к росту. Вот. Если вы тоже готовитесь к цветению винограда, обязательно обрезайте листья и усы, поскольку усы не только тянут. Вот еще раздвоенный побег, это у меня валек. Кстати, есть некоторые сорта или гибридные формы, склонные к фасциации. Так вот, вот такие, допустим, усы, вот такие, они уже почти как пластиковая проволока, ее ногтем не возьмешь, не оторвешь, только секаторами можно обрезать. Вот, толщина вам видна. Мало того, что они тянут немножко энергии, питательных веществ на себя, так они еще и запутывают. Запутывают до такой степени, что потом сложно выпутать даже само соцветие. Опереди цветение. Поэтому обязательно нужно вырезать, вот как видно, толстенные вот такие вот усы. Можно тоже вырезать.
уже сложно отделить. Вот эта вот сторона кишмыша столетия американская у меня уже освобождена. Как вам видно, проветривание будет хорошее, не подхватит мильдью и будет опыляемость хорошая. Ну а здесь у меня еще джунгли. Здесь буду убирать и обрывать колпачки, поскольку колпачки скоро будут сброшены. Вот. Ну и, конечно, эту же операцию нужно провести и на велесе. Лопухи здесь, конечно, огромные, как вы видите сами. Вот. Велеса нужно убирать из зоны опыления гроздей. И теперь вот смотрим. Вот какая гроздь огромная. От крепления гребненожки до краев получается где-то 35 сантиметров. Хочу попутно сказать за велес. У велеса такая, наряду с огромными гроздями, есть очень большой минус. В начале гребненожки укрепления ягоды зреют быстрее, чем в конце. Поэтому вот эту вот часть, сантиметров 10, лучше откусывать, убирать, поскольку здесь уже начинают бродить ягоды, а здесь только-только созревать в конце. Поэтому нужно обрезать где-то пятую часть грозди. Вот. Ну, конечно, гроздюхи здесь, веники обалденные. Вот, смотрите. Я, конечно, в шоке. Гигантизм у велеса поражает. Вот так. Там у меня Анюта. Анюта Гурманрани. В общем, 70 кустов работы на даче виноградарю. Пахать не перелопатить. Ну вот, ребята, кто занимается подобной расчисткой. Это у меня кишмыш лучистый, тоже грозди, ничего так, кисточки не маленькие. Кто занимается подобной расчисткой, желаю вам удачи. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!